Сегодня в Беларуси насчитывается 416 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 409 тысяч выздоровели. Цифры не радуют, к сожалению, растет и число летальных исходов. Мы все знаем несколько способов борьбы с этим страшным вирусом. Это маски, частое мытье рук, социальное дистанцирование. Но самое серьезное и главное решение на данный момент – вакцинация. В нашем городе, как и во всей стране, она продолжается ежедневно. Сегодня привилось в Бресте и Брестском районе более 26 тысяч населения. Не менее важный момент для комфортной жизни горожан сейчас – ПЦР-тест на COVID, ведь в условиях все еще присутствующей в нашей жизни коронавирусной инфекции выход за границу без результатов этого теста нельзя. Для улучшения доступности процедуры сдачи ПЦР-тестов в нашем городе с 28 июня начал осуществлять эту работу и Брестский областной кожно-венерологический диспансер. Ранее эту функцию выполняла лишь Брестская областная консультативная поликлиника. С 18 апреля 2020 года наша лаборатория занимается проблемами диагностики коронавирусная инфекция, ПЦР-диагностика. Мы работали с лечебными по направлению лечебных учреждений города Бреста. На настоящее время, согласно письму Министерства здравоохранения Республики Беларусь, мы проводим исследования на платной основе для лиц, выезжающих за границу. Стоимость обследования составляет 25 рублей 45 копеек, по результатам которого выдается сертификат с результатом, а также диспансер включен в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», пользуясь которым турист может предъявить QR-код с результатом своего анализа. В идеальных условиях вероятность постановки правильного диагноза составляет 99%. Если вы хотите без проблем отправиться за границу, оперативно и качественно оказать услугу сдачи ПЦР-теста, теперь вам смогут специалисты Брестского областного кожно-венерологического диспансера.